Алло. Алло. Ярослав, здравствуйте. Доброго дня. Меня зовут Айрат. Я подписан на ваш канал на Ютубе. Вот. И давно уже смотрю ваш Global Wave. Вот, меня очень интересует тема, которая у вас там обсуждается. Угу. Вот. И как бы один из проектов, который я там видел у вас по поводу светодиодов, там было изобретение. Вот, меня оно очень заинтересовало, и, в принципе, я бы мог найти коммерческое применение ему. Так, это то, что Миша озвучивал? Да. Так. Вот, в сельском хозяйстве, и как бы у меня есть бизнес-партнер, который заинтересован в России заниматься этим. Там необходимы светодиоды, и вот как раз-таки ваше изобретение, оно бы очень помогло. Так, а я чем могу помочь? Вот, меня интересуют именно технические особенности, как это устройство собрать, вот, и я не знаю, если вы могли помочь мне связаться с Мишиным или как-то организовать встречу, потому что я не могу до него никак. Ну, элементарно, в скайпе мне запрос киньте или ВКонтакте, я вам дам контакты Александра Мишина. Так, а скайп у вас? А? А скайп у вас ВКонтакте есть, да? Ну да, даже проще. Сейчас наш разговор пишется, я сейчас вот набираю Мишина, и через несколько минут сюжет будет в сети. И личные данные Мишина вот видны. Может быть, другие люди тоже посмотрят, потому что много очень звонков. Вот Cool Max. Ну, сейчас я выложу, и вы увидите. Хорошо? Вы откуда звоните? Хорошо. Я из Уфы. А, вы из Уфы. Ну, отлично, хорошо. Сейчас выложу, и тогда свяжитесь с Александром. Он на скайп со всеми общается и отвечает. Хорошо, замечательно. Ага, хорошо. Добро. Спасибо большое. Все добро. Все добро. Стоп, снято. 6.02.2015, 18.21. Сейчас будет прямой эфир с Владимиром Клубуковым и с Павлом Пасашковым. Стоп, снято.